Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский стройфарфор» требуется начальник отдела по работе с клиентами. Требования: опыт работы не менее 2 лет, отличное знание программы 1С. Место работы – новый офис на улице Новосадовая в районе Постникова оврага. Контактные телефоны в Самаре – 999-26-10 или 999-20-03, добавочный 51-13. Требуется менеджер по персоналу, 5-дневная рабочая неделя, карьера, официальное трудоустройство, доход 28 тысяч рублей плюс премия плюс бонусы. Телефон в Самаре 243-10-95. Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский стройфарфор» в отдел сбыта требуется менеджер по работе с клиентами. Требования: опыт работы не менее 1 года. Отличное знание программы 1С. Место работы – новый офис на улице Новосадовая в районе Постникова оврага. Контактные телефоны в Самаре – 999-26-10 или 999-20-03, добавочный 51-13. Продается или меняется на квартиру в Самаре небольшой новый дом в селе Красный Яр, поселок Городцовка. Дом со всеми удобствами, ремонтом, мебелью. Участок 12 соток. Телефон 8-927-002-71-71. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8-927-722-91-70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8-927-265-30-75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8-927-725-21-59. Продается однокомнатная квартира в селе Богатое, на первом этаже одноэтажного деревянного дома. Площадь 25 квадратных метров, терраса 13 квадратных метров. Имеется центральное отопление. Ремонт. Цена 450 тысяч рублей. Телефон 8-929-707-90-58. Продается 4-комнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается культиватор «Техас». Параметры: длина 1210 мм, ширина 590 мм, высота 1020 мм, рабочая ширина 50 см, рабочая глубина 33 см, скорость вращения 91 оборот в минуту, вес 45 кг. В эксплуатации был 2 сезона, цена 16 тысяч рублей. Телефон 8-906-344-34-35. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала «Работа.ру». Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск.
Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.